Ну, а нас выбор уже завтра, и в преддверии этого события в России на всей территории день тишины. Запрещена любая агитация. Это и прямая, и косвенная реклама в СМИ, призывы голосовать за конкретных кандидатов, проведение партийных акций, митингов, сборов, собраний, а также расклеивание новых плакатов и листовок на тему выборов. Старой наружной рекламе позволили остаться на прежних местах на столбах и растяжках, но такая реклама должна быть не ближе 50 метров от входа в избирательные участки. Сами выборы в Госдуму на Дальнем Востоке начнутся уже скоро. В Москве будет 11 вечера. Во время голосования агитация тоже запрещена.